Та-та-та-та-та. Смотрите, ребята, у нас еще в подарочек идет вот такой браслетик. Это Мишка! Всем привет! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш... на наш влог. Да, Бонь? Скажи здрасте. Кончик. Не надо, не надо. Нет. Так, что, опять открываем? Да. Да. Пришли со школы и сразу это, открываем. Утром не успели открыть, потому что Маргарита, как всегда, сегодня спала до самого последнего, когда оставалось там минут 15-10 до выхода, она спала. А потом она бегала, как сумасшедшая, и на всех злилась, потому что она не успевает. А кто виноват ей был? Спать надо меньше и вставать надо вовремя. А потом ходит, где расческа? Где это? Где это? И злится на всех, что она ничего найти не может и ничего не успевает. Бонь, на, пощупай что-то. Ой, Бонь, ну не лезь. Открывай. Так, ты нащупала? Открывай. Это чье? Это твое? А что такое маленькое? Да здесь только бумажка, тут больше ничего нет. О, нет, 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 нет. Это только упаковочная бумажка. Ну давай, открывай. Ты знаешь, что там? Нет. Даже вообще не представляешь. Что-то такое мягенькое. О май гад. Не представляю даже. Давай, открывай, открывай. Какая-нибудь открыточка. Может быть, Гучайн карты. Ага. На ну, замотала, Ксюша. А нет. Что это? А нет. Это маска? Да. Я думаю, что это, которую надо намазывать. Вот. Конечно. Нет, это маска, этот олень. Прям будет мордочка оленя. Давай потом сделаем. Видишь, нарисован олень? Да. Ты будешь оленем у нас, олененок. А это он мне потом подходит. Вот, видите, здесь нарисовано. Да, конечно, подходит. Что там? Обыкновенная питающая маска. Фейс-маска. Ой, бойка, буки. А, это кенгуру, это кенгуру. Это не олень, это кенгуру здесь написано. Так что ты кенгуру у нас будешь. Это кенгуру. Это кенгуру. Бойка из маски. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда, кенгуру. Давай, теперь я тут. Давай, теперь готовь это. А что там? А, я знаю, что там у тебя. Да, вот это вот там. Стыдно. Какой сегодня пятый? Пятое декабря. Все, это Бонни закончила свое дело, она порвала бумажку. Надо, смотри, чтобы она тебе маску не погрызла. Ой. А то выльется там все. На ощупь угадай. Тут у нас палочка. Тут у нас что-то жесткое. Если угадаешь, получишь, не угадаешь, не получишь. А почему это получилось? Ну вот, начинаем с сегодняшнего дня. Нет! Если угадаете подарочек, значит получаете. Если нет, забираю я. Ну это ты никак не можешь. Ну как это? Угадай. Ну вот смотри, она сейчас угадает, там легко. Хорошо. Это конфета. Ну да, это конфета, ты угадала. Да ну что за конфета? Нет, не надо, что за конфета, как это за что? Это же конфета, конфета, какая разница там, какая она, из чего она? Ну это конфета она угадала. Та-та-та-та-та. На палочке что может быть еще? Конфетка? Чупа-чупс. Ага, типа. Твой любимый цвет. Лолипоп! Ксюшкин любимый. Приятного аппетита. Зубы не сломай только. Такой большой увидели там. Угу. Ты его можешь. Зеленый, желтый, твои любимые цвета. Вот это Пилатуса совсем не видно. Да, туман такой на улице. О, такой вот огромный леденец крутой. Да, давай, съешь его, Боня. Все, открыли? Кенгуру. Кенгуру потом сделаешь вечерком. Да. Потом мы посмотрим на тебя, кенгуру. Витамин Е, видишь, здесь есть. Все витаминчик Е. Так что здесь ничего такого. Ну, видишь, показано. Клинскин. Завтра 6.
Я уже знаю, что такое помню. А, Маргарита Сафа. А, я же уже посмотрела там, я знаю, что там. Direction, clean skin, remove mask for packing. Можем мне открыть? Открой. Unfold and play. Его за раз не съешь. Ауч! Мы уже покушали и собираемся в школу. С тобой как кушает. Моня. Я... До четырех? До четырех, да, снова. У тебя каждый день до четырех, что ли? А завтра? Только понедельник, вторник, четверг. А завтра до трех? Да. Хорошо. Давай. Билли Уилли. Уилли Уилли. Надо жалко. Башмаки купить тебе. Да. Ты еще не заказала? Нет еще. Я не могу заказать через этот. Почему? Я могу похожие взять. Именно тоже есть такие, только марка другая. У Ксюши. Только я не знаю, Ксюша, сможешь ты в них зимой ходить или нет? Будет ли тебе холодно или нет? Ну, представь, когда снег. Ну, вообще-то платформа там высокая, низкая. Мне понравились вот эти вот там, которые шипы. Ну, или нужно в магазин поехать и в магазине купить. Не холодно тебе в ботосах пока? Ну, пока снега нет, ничего страшного. Все, рюкзаки в школе? Да. Все, пока. Пока. До встречи. Пока, Ксюнь. А Бонька попрошайка? Бонь. Пойдем, я тебе твою еду дам. Пойдем? Пойдем, Бонь? А я сейчас буду загружать влог на YouTube за 2 дня, который у нас выйдет. Смонтировала только недавно. Буду загружать для вас. Так, ну что, мы сейчас... Вернулась Маргарита со школы. И я сейчас ее буду заставлять запаковывать посылки. Ну, не заставлять, а помогать мне будет. Да, это нужно, значит, смотри. Так, вот здесь вот пакетики, только здесь нужно вытащить борокс, потому что это для слайма вообще-то. Раз у нас только купили свитшоты, 4 свитшота надо сегодня отправить. Так, вот. Ребят, смотрите, если вы хотите себе на Новый год, не знаю, либо кому-то подарочек, свитшот, то заказывайте сейчас. Как раз успеете до Нового года, потому что посылка идет примерно 5-6 дней, ну максимум неделя. Но был такой случай, когда она заходила до 4 или за 5 дней, вот минимум, да, вот такой вот минимум, то 4-5 дней она идет. Поэтому, если хотите успеть до Нового года, то заказывайте сейчас, и как раз толстовочка к вам дойдет. То же самое слаймы. Сейчас мы на этой неделе загрузим уже новые слаймики на наш сайт. Ой, кто-то звонит. Папа звонит. Алло? Hola. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué? Спроси, когда приедет. ¿Qué hago? Nada. ¿Cuándo vienes? Voy para casa. ¿Sí? Скажи, чтоб хлеб купил. А? Хлеб. La autopista todavía. Compras pancito. Смотрите, ребят, у нас еще в подарочек идет вот такой браслетик. И здесь написано смайл. Не слайм, а смайл. Смайл, да. И в каждом пакетике вот есть 2 конфетки. Швейцарские конфетки. Тублерон. И браслетик. Вот. И вот в таком пакете. Раньше у нас были розовые, теперь вот такие серенькие. Так, еще один. У нас 4 посылки. 4 свитшота. То есть для свитшотов у нас вот такие. Да. А для слаймов? Ну, если слаймы много будет покупать, то тоже в этом будем отправлять. Если там 5-6 штук, когда у нас все нас купили. Да, вот. И вот такие вот. Пойдем сейчас. Давай, на. Сегодня купили 1 розовый свитшот, кстати. 3 белых и 1 розовый. Почему столько розовых? Потому что белый, мне кажется, он более такой зимний и теплый, поэтому... Да, просто вот так. Теперь заклеивай. Макс, что ты там делаешь? Мне заклеивать? Да, только аккуратненько. Снимаешь пленочку. И вот так вот с 2 сторон подгибаешь. Она ко мне приедет. Да, вот так вот. Заправь туда.
И вот так вот. Опа-ля. Все? Готово? Ты что такая напуганная? Если я что-то не пробую. Так, все. Теперь нам нужно наклеить адрес. Мама, он ее бьет! Вот так. Вот пакетик. Вот сюда. Ну переверни, ты смотри, где имя написано. Ты же кверх ногами клеишь, ты не видишь? Вот, да. Все. И наклеечку вот сюда наклеим. Тац. Так, все, это готово. Это розовый? Так, это в Швейцарию, это здесь купили в Швейцарии. Ой, давай. Бонни, там папа приехал, сейчас мы покажем, как она реагирует на папу нашего. Нет, Марго, не давай папу. Как она сразу. Сейчас папа зайдет. Там папа? Где папа? Она уже когда... Она ждет, смотри, она знает, что папа приехал. Там папа? Смотри, слышит. Ой-ой-ой, так держите, Опа-ля. Вот такая вот радость, наверное. Вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Сколько радости. Сколько радости. Вот так. Бонь. Папа пришел, да? Бонь. Хвостиком шевелит, потому что она очень рада. Папа приехал. Папа приехал. Папа. Папа. Она не отвлекается. Бонни. Бонни. и кусает от счастья. Не надо кусаться, Бонь. Что, вы снимать будете? Yes. Yes? Yes, of course. Так. К нам тут заказик пришел. Мы, в общем, не успели отправить сегодня. Папа уехал отправлять заказы. И сразу же пришел еще один заказ. Вот 4 слайма. Так. Это у нас физ, да? Это у нас мятный шоколад, донатс, и кто узнал свой заказик, через ней, в течение недели он к вам придет, в общем. Так что это упакуем завтра, они готовы уже. Вот. А что так это, телефон высоко, ой, в смысле... Вы же вдвоем не поместитесь, выше его подыми чуть-чуть. Напугала. Что? Напугала ты меня. Напугала. Воль пошла. Вообще сама буду снимать. Я сейчас буду пробовать масочку, которую мне подарила Ксюша. Ой, это... Can I open it, please? Кенгуру. Can I open it, please? No. Я надеюсь, она мне поместится на мое лицо. И оно у меня не сильно большое. Фу, оно только жирное. Ну так там же масочка, специальная, крем. Там, не знаю. Это не перепутали случайно? Это не мишка? Похоже на мишку, да? Это мишка! Холодно, мама! Смотрите, да. У тебя, конечно же, большая. Огурцы еще? Ну я же тебе сказала. Уши куда налепить можно? Мама, огурцы. Огурцы. Какие на огурцы? На подбородочек тоже вот так залепи. На уши тоже. Вот так вот. Зачем на уши? Ой, у тебя прям рот такой большой. Это не на твой ротик. Ну как?
Пахнет вкусно. Нет, не очень. Ну все, ходи. Сколько там минут? 20 или 20... 20... 30 минут? 30 минут, да. А немного? 15-20 минут. А, 15-20 минут. Вот так вот. Вот. Кан кенгуру написано. Ну, а потому это... что оно похоже на мишку. Угу. Это ухи. 15-20 минут, Маргарит. Не 20-30, а 15-20. А, ну, я сказала 20-30. Все, ходи так. Тут кожа будет перфект. Мира, папи. Куда нам эти коробки теперь? Папа коробки еще принес. Что, они так будут и стоять здесь на проходе, что ли? Что еще надо складывать? Давайте вашу одежду будем складывать. Одежду? Да, с шифонера. Давай. Ну-ка, набери одну. Та, которая не нужна. Допустим, внизу вот эти вот одеяла, там же, знаешь же, есть одеяло. Да, вот тут. Такая да. Милая, с этой масочкой. Бом! Все кенгурушки. Ой, эти. Кигуруми. Теперь тут будут валяться. И буду... Они воняют. Почему? Не знаю, чем. Чем они воняют? Таким плане вкусно пахнет. Так, все убрали. Разгребли шифонер. Так, ну все, девчонки, у вас в комнате осталось только ваши вот эти слаймы все выбросить, перебрать и все, в принципе. Ничего делать больше не надо. Нет, пожалуйста. Нет, Бонька потом придет. Мешает. Да, все, спать. Пока-пока. Скажи Бонни пока. Спокойной ночи, детишки. Спите. Все, а что светильник не включили ваш? А он там горит. Хватит вам этого. Мамочка, ей только вот эта вот лампочка не хватает. Она очень сильно светит, этот светильник. Мамочка, ей надо включать вот эту лампочку, вот эту. Так это сильно прям? Я потом выключу. Я приду выключу, хорошо? Все, выключу. Хватит уже, Ксения. Видишь, блин, еще вот эту лампочку. Нет. Это много сильно. Вот будешь одна спать у себя в комнате, там будешь включать хоть все лампочки. Все, пока. Пока, ребята. Мы будем отдыхать. Всем пока. Пока. До завтра. До завтра.